Здравствуйте всем! Сегодня, вернее, уже второй раз здравствуйте! 22 марта 2022 года. Ну и мы вышли сегодня на другие каналы погулять. Вот там вдалеке церквушку видно, там город у нас. Уже другие каналы. У нас тут везде, в нашем регионе, каналов много. И решили погулять, немножко прогуляться. Так вот сейчас сниму с двух сторон. Тоже вот солнышко уже садится у нас. Ветер. Вон как красиво кругом. Идем гуляем. И большие-большие эти крысы, как они, водяные, да, наверное, водяная крыса. Кто во Франции живет, они их знают. Тут их часто видно. Они больше, чем райко. Толще и больше, чем мой райко. Убежали, разбежались прямо. Везде, говорит, от них следы. Жан-Люк говорит, вот везде следы. Везде нарыли они корни какие-то. Они корнями питаются, а растений. Везде повырывали ямы. Сейчас вот пойду, если эту яму по пути увижу, сниму для вас эту яму, которую крысы нарыли. В общем, они такие толстые, с такими длинными хвостами. Серенькие такие, не серенькие, коричневые, но не очень приятные, на мой взгляд. Ой, в яму тоже провалилась какую-то. Вот, трава тоже подросла уже, вот такая травка у нас здесь. Жан-Люк нашел, наверное, яму, которую крыса нарыла. В общем, думаю, так чуть-чуть сниму, показать вам, как тут хорошо у нас. Там везде, там маленький город, с той стороны маленький город. Вот, все цветет. Красота неимоверная. Ну, какая красота? Такая вот, кто любит природу. Это для тех, кто природу любит. Вот. Мне нравится здесь. Вон как хорошо. Симпатичненько. Крыса где же нарыла? Яму уже сейчас не знаю. Прошла, наверное, я эту яму. Такую большую. А вот нашла. Сейчас я вам сниму, покажу, как эти крысы ямы роют. Вот. Вырыла она эту ямищу. Вот она. И вот, вот так она растения выкапывает и корешки у них ест. Вот, что тут накопала крысища. Здоровенная. Крысу снять ее трудно. Я где-то снимала крысы. Крыс. Но они небольшие такие там были. А эти-то вот, которые здесь сейчас видели, она размером прямо с райку. А толстая такая, притолстая. И убежала быстренько. Там водоем, вот, вот с этой стороны небольшой водоем. И она прямо плюхнулась туда. Мы слышали, как она плюхнулась. Они живут прямо в водоемах, обязательно в водоеме. Там у них норы. Вот они такие. Вечно мокрые такие, ну не очень приятные. Это что-то вроде, наверное, андатров, да, у нас, которые живут. А вот у меня в регионе. Что-то вроде андатров. Их называют рагонда. Рагонда. Крыса. Вот так вот. Сегодня... Ой, как больно. Сегодня расскажу вам вечером одну историю. Говорила сегодня с подругой, с одной, которая тоже во Франции живет. И вспомнилась мне ее история. Как бы я давно уже думала рассказать эту историю. Но думаю, сначала позвоню, спрошу, что у нее нового, а потом уже буду рассказывать, чтобы хотя бы знать, чем история закончилась. Ну и расскажу вам такую любовную историю, пускай будет так. Может быть, кому-то будет интересно. Вот. Так что до вечера сегодня, до новой истории. Ну ладно, буду на этом заканчивать. Так просто хотела с вами поделиться, как здорово у нас тут сейчас уже начинается, как красиво уже все цветет. Там вон травки какие-то, муравки. В общем-то, уже так весна все-таки уже. Обещается 21 градус у нас в дальнейшие дни. Заканчиваю на этом. Ну, спасибо вам большое за внимание. Хорошо, что со мной погуляли. Кто погулял со мной, приятно было. Для вас что-то приятное сделать, приятное видео. Пока-пока, до вечера.
Всех люблю, целую и обнимаю.